Раз, два, три. Привет! Мы команда Serpents, и сегодня мы снимаем реакцию на долгожданный камбэк Blackpink. Мы ждали этого 2 года, поэтому давайте приступим. Pink война. Вау. Сразу очень красиво. Сразу азиатский мотив. Ой, мне нравится такое. О, блэк! О, вау! Красный леопард, вау! Женя, как всегда. Вау! Ой, она как Лара Крофт. Да! Египетский такой стиль. Ой, посмотрите, какой аутфит, вау! Яблочко черное. Ой, внутри розовое. О, роза. Да, красиво. Ой, на чем это прям? Это же все живое сердце было. Боже, Джейсон. Какая красивая. Вот. Ой, очень необычное для них звучание, да? Вау! 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 Это интересно! Ой, хип-хопчик пошел. Вау! Королева. Сюда с гитарой, вау. Боже, какие они хорошенькие. Да, очень необычный припев. Офигеть, какие шорты на Жене. Джесси с шортами прям непривычно. Если тут будет что-то из тизера, то, возможно, оно ближе к концу. Так что готовимся. Бабочки из Катамаши. Вот это очень классные костюмы. Вау. Минхо Ю Лайк Дэт напоминает немножко. Вау, локация, вау. Какие джунгли. Да. Они реально как Лара Крофт. Да. Лара Крофт в джунглях. Вау. Пинк Венам. Поворачиваться не пришла. Был тизер последний, в котором были страшные существа. Поэтому мы немножко такие напряглись. Когда они будут, их так и не было. Аппаратно, спасибо. Вау! Очень красиво, очень красиво. Сочный такой красочный клип. И прям музыка очень необычная. Да. Особенно для них. То есть у них, мне кажется... Ну, прям... не знаю, знаешь, напоминает все же, когда вот это ра-та-та-та пошло, типа ду-ду-ду-ду, как будто просто набор звуков какой-то, который там... Ну, набор звуков, да. Это им свойственно. Да, согласна, я согласна. Это, как бы, это в их стиле, но припев очень обычный. Знаете, обычно что-то мощненькое, все такое, а тут он такой... Ну, наоборот, спокойненький. Да? Очень секси, кстати. Очень сексуально. Да. Они так в куплетах разогревают, и такой, сейчас будет припев, а они в припеве такие... Секси-кошки. Секси. Да. Ой, костюмы вообще очень классные. Все очень классные, очень красивые. И локации очень красивые были. Особенно последние. Прям в воде, в джунглях. Очень здорово. Нам очень понравился камбэк Blackpink. И также пишите свое мнение об аутфитах и камбэке в комментариях. Ждите от нас кавер обязательно. А пока ставьте лайк, subscribe, comment and push notifications.